Создадим такой оптимизатор. И еще нам нужна функция потерь. Та функция, которая нам говорит, насколько неправильно мы предсказали, насколько мы ошиблись. Это та функция, по которой будет происходить вычисление градиента и которая будет участвовать в градиентном спуске. Скажем, что функция loss – это у нас вот такая функция. Если вы присмотритесь, это на самом деле MSE – mean squared error. Мы берем предсказание нейронной сети, мы берем target, то есть реальное значение, которое соответствует данной точке, возводим это в квадрат и считаем среднее значение вот этой суммы квадратов. Loss function у нас есть. Давайте начинать тренировку. Если мы возьмем весь наш датасет, прогоним его в очередь в нейросеть, получим некоторые предсказания. После этого на этих предсказаниях посчитаем функцию потерь, которую мы только что задали. После этого у этой функции потерь посчитаем производную, сделаем градиентный шаг. Это будет называться эпохой. То есть мы посмотрели на все наши данные и сделали градиентный шаг. Забегая вперед, мы можем сделать градиентные шаги несколько раз, просматривая все данные. Эпоха – это про то, что мы посмотрели один раз датасет. Соответственно, может быть, нам потребуется много эпох. Тут я взял 2000, чтобы точно хватало. Что мы делаем внутри одной итерации, внутри одной эпохи? Сначала мы зануляем градиенты. Но можно было занулять градиенты в конце, но обычно про это забываешь, поэтому лучше сразу делать это в начале. Каждая эпоха начинается с того, что у нас у оптимайзера обнуляется градиент. После этого мы считаем forward, то есть мы берем наш весь датасет X-Train и передаем его в функцию forward, считаем predictions, считаем предсказания нашей нейросети. После этого мы считаем функцию потерь. Получаем некоторое число, это скаляр, по которому мы можем сделать backward. Делаем поэтому скаляру backward, да, то есть это некоторый тензор, который зависит от параметров нейросети, то есть от весов нейросети, который обернут в оптимайзер. И, соответственно, когда мы делаем loss val backward, оптимайзер понимает, что там посчитались градиенты, и значит оптимайзер может сделать шаг. Вот это весь цикл обучения на одной эпохе. Давайте проведем обучение на 2000 эпохах и посмотрим, что получится. И мы видим, что у нас, ну, очень хороший результат, то есть мы обучались на зашумленных данных, которые совсем не похожи на синусы, а получили некоторые точки, которые здесь отмечены красные. И оказывается, что у нас довольно хороший результат, то есть мы обучались на зашумленных данных, а получили действительно функцию, которая очень близка к синусу. Она не идеальный синус, потому что данные, которые приходили, ну, объективно, они были не очень похожи на идеальный синус.